Вы смотрите видео об отеле Diamond Cliff Resort & Spa. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Diamond Cliff Resort & Spa расположен в стране Таиланд в регионе Пхукет и относится к классу гостиниц с числом звезд 5. 40 километров от аэропорта Пхукет, на западном побережье. Пхукет в северной части пляжа Патонг-Патонг-Бич, на возвышенности. Территория гостиницы занимает 67 200 квадратных метров. Отель расположен на холме в северной части бухты Патонг в нескольких минутах ходьбы от моря, в 5 минутах езды до центра Патонга и в 40 минутах езды до международного аэропорта острова Пхукет. Предлагает размещение в комплексе зданий роскошных вилл, построенных в традиционном тайском стиле. На территории отеля имеется 6 ресторанов, 3 конференц-зала до 100 персон, 3 открытых бассейна, 1 водная горка, 1 теннисный корт покрытия, искусственная трава, спа-центр, услуги врача, прачечная, лифты, обслуживание номеров, сейф на ресепшн бесплатно, бизнес-центр, беспроводной интернет в лобби бесплатно, депозит в день заезда, в номерах есть спутниковое, ТВ, кондиционер сплит, мини-бар платно, сейф бесплатно, душ или ванна, фен, телефон, набор для приготовления чая и кофе, детская кровать по запросу. Номерной фонд отеля состоит из 170 Super Deluxe, 40, 45 М2, максимум 3 человек, 53 Diamond Suites, 70 квадратных метров, максимум 3 человек, 41 Ocean Suites, 70 квадратных метров, спальня с обеденной зоной, максимум 3 человек, 32 Ocean Front Suites, 60 квадратных метров, спальня с гостиной зоной, джакузи, максимум 2 человек, Non-Smoking Rooms, все типы номеров, 27 Connecting Rooms, Super Deluxe, Diamond Suites, Ocean Suites. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть платно, тренажерный зал, аэробика, сауна, джакузи-спа, бильярд, тайский, шведский и спортивный массаж-спа, ароматерапия-спа, шоу-программы, дискотека-караоке, волейбол на пляже, волейбол в бассейне, мини-гольф, теннисный корт, прокат теннисных ракеток и мячей, настольный теннис, курсы подводного плавания по дидное, прокат оборудования для подводного плавания, также бесплатно доступны фитнес-центр, сауна, теннисный корт, освещение теннисного корта, бильярд, мини-гольф. За дополнительную плату имеется массаж, теннисные мячи и ракетки, уроки тенниса, для детей есть один открытый бассейн, мини-клуб возраст 3-11 лет, услуги няни платно, в ресторане детское кресло, один водная горка, песчаный, на пляже зонтики и шезлонги, платно у бассейна, бесплатно. Зонтики и шезлонги на муниципальных пляжах Пхукета не предоставляются по региональному закону о защите природы 2013 года. Пляжи доступны всем желающим для отдыха на собственно принесенных пляжных полотенцах, циновках, пледах и иных приспособлениях, не загрязняющих окружающую среду и портящих внешний вид территории бесплатно. Год постройки гостиницы – 1988. Год, когда был сделан последний ремонт – 2009. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.